Все-таки такие родственные связи и узы и так далее. Ладно, наверное, пики стоит обсудить. Рубиком, Юнайтер, Спирит, Гирокоптер от ЕГЭшек. И Разор, Тускарвич, Доктор и Медуза от их оппонентов. Я даже не знаю, как их правильно называть, чтобы быстро и не ошибиться. Ох. И ДФК. И ДФК. Да. Что же ты можешь мне рассказать? Я могу сказать, что Last Pick у ЕГЭ, и у них и так пик выглядит пока что поспортивнее, посильнее. У них еще будет возможность контрпикнуть Last героя оппонентов. Но пока они в раздумьях, кто же куда пойдет. Мне кажется, что это Разор в легкую, допустим, против Нина. Это будет пытаться поставить и Медузу в центр. Поэтому надо банить у Флейнера. Но несколько раз я уже сталкивался с тем, что ставят Разора в сложную линию. Причем можно поставить не просто Разора, а Разора Тускара. Поэтому если радость появления героя в легкую линию, тут... Мизери, конечно, забанил Дума, но, возможно, он не прав. Не 100%, но, возможно, он не прав. Вот. И самим ЕГЭ не хватает сейчас героя в центр. И нужно забанить кого-то, кто, типа, хорош будет против Медузы. Банит Пэла. Ну, давай смотреть. Отличный выбор. Сейчас решится герой в сложную или герой в легкую. Кого уже доберу? Давай. Кто у нас из хороших, часто появляющихся героев, еще не забанен, еще не взят и сюда бы зашел? Мне вот хочется видеть какого-то, не знаю, либо Вивера, вот, хотя ему будет тяжеловато, либо Джиггернаут, что-то такое. Ну, потому что сложно? Не надо. Нет, зачем сложно? Разоров сложно, даблой. И добирать героя в легкую. Так подожди, а зачем? Это сложный нужен герой. У них Разор в мид? Потому что у них сейчас Медуза и Разор. Это не тот лайт-потенциал, который выигрывает против Геркоптера плюс один. Они в темп не укладываются. То есть будет Медуза, которую надо фармить, и будет Разор, которому нужно драться. Иначе уж он плохо фармит. И исходя из этого, им нужно было по-хорошему ставить Разора в Тускара сложную и добирать героя с Доктором в легкую, играть от 2,5 кор героев. Типа у них все получилось. А так они берут Тайдхантера в итоге сейчас. Ты преспокойно против Тайдхантера ставишь Гирокоптера, потому что герой с большим магическим рассказом вообще не парится. Это первое. Второе, ты можешь видит Тайдхантера, поставить умена это в легкую линию, пойти трибло подраться, потому что вы тоже сильнее, чем Разор, который без нюков, без хорошего быстрого урона в самом начале не может драться против Земель, Рубика и Гирокоптера. И при этом, так как Ласпик все еще у ЕГЭ, они просто забирают героя, который, по их мнению, будет хорошо смотреться против Медузы, либо с поддержкой, которую они ему окажут, либо в соло, если они пойдут трибло в сложную. Как-то так. И если сейчас команда Дайр, бывшая в игре Thunder, не... угадают с линиями, они просто проигрывают 3 из 3. Без перетяжек, без ничего. Мне нравится пик ЕГЭ, потому что... Первое, мне нравится Деспрофит. Можно ломать Тавра, с ней можно убивать. И самое очень важный момент, у нее есть подсейвер. То есть, если чаще всего, когда просто берется Деспрофит без подсейва, ты ее легко убиваешь, и как бы особого она там травмы тебе не достает, то есть неприятностей. Мне в этом плане она очень уязвима. То есть, да, она неплотная, особенно до появления ветров для себя. До ветров, до каких-то других слотов, до большого количества армора с какой-нибудь шилы. Но тут важный момент, и то, что Last Pick'ом был взят Тайдхантер, который, казалось бы, имеет... возможность Красмэш подрезать тебе кучу урона, то вот ДП один из тех героев, который вообще плевать. Ну, режешь ты ей там дэмэдж с руки, ну не режешь. Ультимейт также работает, Сайленс также работает, Сварм также работает, Сифон также работает. То есть этот герой от Тайдхантера вообще нисколько по ДПСу, по полезности в файте не просаживается. И на самом деле даже ему может мешать, если аккуратно давать Сайленс и его не фокусить. И сейчас пытаются и ДФК выйти в смоке в пятером куда-нибудь, нахалявить фраг. Что им необходимо зарабатывать преимущество, чтобы выиграть линии, если они что этого не делают, то в дальнейшем выйдет Уминайт, сильный даст баф Гирычу или ДП, и, казалось бы, все. На этом игра закончится. Вот выходит хорошо в спину, есть шанс убить Земелю, но Земелю он вот тот парень, у которого есть Болдер. Если он сейчас их увидит, он может успеть укатиться вправо. Среагирует, не среагирует. Ухватился влево под вышку, тоже сойдет. Грит красавчик. Сражение. Он никак с CNC не спал, не отдыхал, вот даже написал, видишь. Доброжелательный такой Галахафа. Типа такой, ушел от пятерых и удачи вам, ребят. Доброжелательно так подстегнул. Ну что же, давай пройдемся по линиям, по... В принципе, сразу понятно, что ЕГЭшки здесь играют первым номером и явно имеют, скажем так... Битва начинается. Заведомое преимущество от силы своих имен. Да, хотя бы это. Ну...
Руки трясутся, интересно, у противников? Я думаю, нет. Они уже, знаешь, столько игр на всех квалификациях с ними играют. Поэтому я не думаю, что трясутся. Если там еще у кого-то трясутся, то у Сумаила ему Гевард, наверное, подошел и говорит: так, надоел уже выигрывать меня. Да, он двадцатку, если зальешь. Или там посуду вечером, по-моему. Слушай, говорит, я сегодня собаку выголю. Да, у каждого свое. Ваши проблемы? Да! С собакой. Так, слушай, это просто Тайдхантер выходит в мид. Опять же, то есть они пришли, поставили линии, и сначала Тайдхантер отправился в легкую линию. С гашечком. Там пришел Омнинайт, и их это не устраивает, и необходимо делать свап. И поскольку если ты сделаешь телепорт, противник тоже сделает телепорт, они делают свап ногами. Да, они проигрывают этого сейчас довольно много по крипам, по фарму, но в итоге они хотя бы могут заставить ЕГЭ стоять на таких линиях. И поскольку разор против Луминайт, ну, не самый плохой пик, и берется обычно именно как полукатра в рамках линии, то ты можешь стоять соло в соло, и это тем самым, видишь, освобождает саппорт, который уже делает какую-то грязь на других линиях, и ему удается разобрать фризблат на крите. В миде победила простая математика, два против троих, три выиграли, и забирают себе First Blood, притом достается он, кстати, одну секундочку, нападение на Медузу, все нормально. Да, First Blood МСС забрал, да. Не самый полезный, наверное, First Blood, можно было попробовать, сапожок, как забрать Медузе, но тут, опять же, лучше сделать, чем не сделать. Но там хотя как раз, так. Правда, так оно да, и было. Да, в боте хороший выход, очень плотно пробивают гирокоптера. Артизи страдает, пока что все в кулдауне. Нет у него руки баража. Ни в один, ни в два. Взял пока вариант через Homing Missile и Flag Cannon. И поэтому не смог при закрытии себя своими героями им раздать. Но то ли еще будет, я думаю, в дальнейшем. У него будет или сильный макшный ракета, или все-таки появится руки бараж. Со временем будет у Тайдхантера довольно легко и просто разбивать. Ну и пока по левелу, ты посмотри, просто Тайдхантер на 3 четверти второе, а гирокоптер уже левел 3. То есть эта перетяжка довольно дорого ему стоила по XP. Фиг тебе! Вич-доктор на хосте бегал, развлекался с Распиритом. На данный момент Сумаил стоит соло против Разора. Ну, понятное дело, что Разор в этом плане имеет преимущество, но тем не менее Сумаил не намного проигрывает по крипам, то есть как-то еще умудряется и добивать. Далее. Ну, и здесь на боте развлекаются Рубик с гирокоптером против Тайдхантера и Тускара. Так, ладно, все нормально. Хорошо, гирокоптер третий не закрыл, а вот МСС не показал нам чудеса Тускара. Ага, конечно, вот сегодня плохо закрыл, и сразу вот это начинается. Сгорел, проиграл. Уже ломает шмотки. Видели мы вот это вот ваши. Да, конечно, пролагал. Ох. Ну, хороший регион. Сумая тоже говорит. То же самое, мои удары не наносят урона. Ну вот же Умнинайт, он лечить должен. Какой урон? О чем он? Возможно, это, кстати, он обыгрывает то, что с ним высосали весь дэмэдж. Кстати, клинком, поэтому действительно его удары не наносят дэмэджа. Думаю, что так оно и есть. Готовы играть. Злые гении. Пауза отжимается, и мы продолжаем следить за матчем. А нам, на самом деле, не то, что ничего интересного, просто все стоят дальше. Есть ли у нас какие-то выходы? Медузы, саппорт что-то готовится. Встал вроде бы справа хотят. Тускар, хотят. Слева стоит Вич-доктор. То есть они вроде как бы даже, наверное, могут убить. Тайдхантер был на первом даже левеле с гашем. То есть сейчас он может начать инициировать, быть тем самым первым парнем, который сделает то, что сделает. Ну и спалился Вич-доктор. Так что, скорее всего, фрага не будет. Умнинайт здесь крипов выводит. Ну, очень неудобно стать просто под разором, видите, потому что постоянно без урона. В итоге толку, если он и так получит, крипов не забирает, а тут, если ты их выведешь, хотя бы четырех получишь. Это так на 4 больше, чем 0. Ну, разор сейчас тоже будет крипов выводить, пытаться забирать еще каких-то, может быть, лесных крипов дополнительно по ситуации. Золото не твое.
Так, ну и в боте нападение перетянулось с земелья на Тайдхантера. Пошла ракета, причем ракета его пока тоже один. От камня уворачивается, но урона очень много, засейвил. Но выкатил его не совсем туда, куда хотелось бы, поэтому Зурич фраг делает и пытается разменять еще Вич Доктора. Мана нет, но то, что дать бараш, теряет Рубика, и демеджа своего добить не хватит. Ну так, да, получилось. 2-1. Рубика на Тайдхантера разменяли, но здесь больше ресурсов тратят, поэтому непонятно. То есть здесь опять же 3 было героя, здесь 2. Да и вот платили бы за них больше денег, как, допустим, пару лет назад. Возможно, я бы сказал, что это очень хороший выход. А поскольку сейчас проще крипа добить одного, второго и то же самое заработать, то стоило ли это всего? Того, что они сделали, или не стоило? Вот в чем вопрос. При этом Тайдхантер это самый главный фраг не сделал, то есть его первому спиру убить, только потом Мизери погиб. Я знаю, если он закрыта что-то получил. Сойдет. Да. Сойдет этот размен для Дайра стороны. В миде, в принципе, стоит достаточно ровно, то есть 27 у нас стоит фир на Death Prophet, у него в целом все неплохо, 22 на 6 медуза от Явара. Стоят и фармят, внизу самое интересное, вот опять у нас драка, в этот раз Распирита закрыли очень хорошо, еще касочка отлетела, Медикт, МСС, в принципе, у него есть сноубол, но они не захотели. А здесь уже Рубик подняли Вич Доктора, достаточно больно, но Мизери зря, скорее всего, туда пошел и закрывает МСС, это дабл килл для Тайдхантера. Ну хорошо, вроде себя пока показывают, в рамках, по крайней мере, сложной линии. Непонятно, насколько в центре все у них получается, не получается все-таки Артизия. Ну, например, с легкой линии что-то имеет, фир что-то с центра тоже имеет. И надо ждать шестых левелов, когда уже начнутся драки через Тонгейс, драки через Guardian Angel, драки через Экзорцизм. Все вот эти вот шестые левела, ультимейты в этой игре будут крайне важны, и до них все, что происходит, почти нищетово. Тут стоит отметить, что вот теперь уже Сумаил стал проигрывать гораздо более серьезные деньги, и пытается он это реабилитировать. Вот я смотрю, что он постоянно контрит баунти руны, дабы по нетворсу, если по крипам он будет оставать, хотя бы как-то за счет этих баунти реабилитироваться. В принципе, идея мне нравится, потому что ты разора никак не переформишь. Сейчас чуть попроще ему будет, потому что он все-таки принес себе соло ринг, но тем не менее. Это Омник, а это Разор. Разор, кстати, принесли вард. Пошел он себе поставил, чтобы контролировать переходы саппортов. Чтобы не было ситуации, где ты дами решение, потом приходишь там. А там два саппорта тебя убивают. Возвращаешься, два саппорта тебя снова убивают. То есть хочется дело контролировать и не умирать. Да, даже кстати, доминировать вот на линии, сейчас может у Сумаила еще неплохо выйти. Итак, замедлили у нас гирокоптера. Шарды, но... Вот это, знаешь, те самые шарды, которые не всегда в плюс. Он, кстати, их здорово выкатил, на самом деле, но Тайкан в любом случае отправится отдыхать. Следующая цель Вич Доктор. И его добивают с помощью болта. Мизери достал все-таки своим болтом. Слишком, видимо, он. Да. 3-5. Счет. 8 минута матча. Пока небольшое преимущество. Ну, тут на самом деле даже преимуществом назвать это нельзя. Просто потому что Разор больше крипов на топе добивает. И вот он как раз своей команде небольшое преимущество обеспечивает. В миде все ровно. На нижней линии тоже размен. То в плюс вот, от одной команды, то на Баунтосе. Все друг с другом воюют. Вообще что? Не останавливается война, не зарядилась телефон. Снова есть, должны сбить. Это он еще не этот. Наивно его делал, да, и сейчас погибает. Ну, он и наивно делал, и как-то, на самом деле, честно, совсем уж странно. То есть, ему просто сейчас пешком очень долго придется идти. Хоть сапог имеется, но тем не менее. Ну, может быть, смог я куда-то в другое место брать. В топ поехал. Ну, может быть, да. Сейчас, так возможно, Крит еще сделает телепорт куда-то на Шрайн, и вот они на троих соорганизуют что-то. Но, опять же, там уже стоит вард, и они могут под него подставиться. Команды очень хорошо друг друга знают. Как вы понимаете, Америка старается играть на своем сервере, чтобы там не лагало и так далее. И поэтому я уверена, что тренируются они вот... Ну, то, 3-4 команды, с которыми они могут играть. Поэтому они играют друг с другом постоянно.
Бля, братишки. Тут команды к друг другу готовы, знают, что от друг друга ждать. Нападение на Тайдхантера. Очень много урона. Снейкинга шансов никаких нет отсюда идти. Ну, тем более, плохо прокинулся же смеш, но все равно. Даже по 20, по 30 всего чешет, когда такое заканчивается. Ну, если в лицо весь полностью Рокет Бараш питать, то там. Ну и плюс колдаун, все зашло идеально. Вот и нет! Так, ну и жмется смог. Смотри, в центре захватывают еще эфира. Похоже, они шли серьезно взяться с этим. Они бы так не убили Разора без эфира. Но Разор... Просто можно какого-то крита попробовать себя перейти. Но Разор-то в бот, да, укатывает. Вот только прям, знаешь, идеальный тайминг. И сейчас... Ну, он, возможно, и сделал этот переход, потому что силы ему дали инфу, что ребята там стоит, его никто не фармит. То есть боятся или сами пытаются выйти, чтобы убить гирокоптера. Потому что Тайдхантер сейчас уйдет левел 6 через крипа. И типа с Ревиджа можно будет выйти. Ну, кстати, вообще, другое дело, что сейчас они об крита стукнутся. Но, кстати, обратите внимание, Гиркоп тоже все отлично понимает. Делает телепорт на базу. Плюс у него там маны никакой не было. Ему нужно было подрегениться. А в это время... Все же правильно. В топе, типа, герои нажали ультимейт, и видишь, что здесь никого нет. Если здесь никого нет, где они находятся? В боте. Поэтому... Просто хорошая инфа от команды, что, типа, ребята, вот здесь заняли какую-то позицию, противников здесь нет. Принимайте в другой в другой части карты. Поэтому... Артизи просто прямо сразу нажал телепорт, зарегинулся и уже в центре продолжает фармить крипов. Это вот как раз таки игра хорошая вот по макро, то, чего ты обычно ждешь от каких-нибудь там ликвидов, что они вот будут делать именно такие красивые и приятные вещи, и вот логично использовать полученную информацию. Крита пошли нападение, телепорт взять уже не успевает, хотя здесь в мизере, может быть, они суммарно смогут сделать. А что они зачем здесь, что они, зачем дерется здесь? Ну, знаете, сейчас еще подхилит. Ман нет. Дал свой ринг, все нормально. Спас. Кстати, он сейчас спас, гирокоптер он его не подхил. СВГ уже убьет, ну, в смысле, то есть он догнал противников. Видишь, уже минус Вич Доктор. Вич Доктора добить. Крит. Непонятно, что он там, куда он катился. В любом случае, потеряли Вич Доктора. И Футбол даже не... может быть, достанет через 2 секунды, или ДП дотянется. Нет, решил не гнаться дальше, хотя бегает явно быстрее, чем Тайдхантер. Ну, уходит, не бегает, не бегает. Пусть все-таки имеет свойство быть в кулдауне, но без них у него меньше успида. Ну, Медуза фармит. Медуза пушит тавер. Медуза все хорошо. И это как один из достаточно серьезных плюсов. Ведь стоит отметить, что ультимейт Явар не качал. Тайдхантер имеется до сих пор реваж, и можно было бы его реализовать как-нибудь, если будет возможность на самом-то деле, почему бы нет. Как только Деспрофит со своим ультимейтом пойдет, например, на какой-нибудь тавер, было бы здорово за него подраться, не отдавать просто так. Потому что Деспрофит очень вероятно пойдет с таким темпом достаточно скоро. В миде можно было попробовать забрать, если еще кто-то поможет, вообще идеально было. А там находится Сумаил. Подходит вот как раз Тайдхантер. Говорит, что просто так мы тавер этот отдавать не собираемся. Здесь еще змейки летают от Медузы и проблемы с маной. Если Сумаил еще имеется соло ринг, то ресурсов у Деспрофит не так много. Правда, имеется реген в виде Войдстоуна. Но, тем не менее, нужно, чтобы еще отрегениться. То есть она прожмет экзорцизм, уже маны совсем не останется больше. Mask of Madness приобретает себе Медуза. И давайте посмотрим, кто-нибудь ей что-нибудь стакал. Нет, все сама. А, нет, кстати, вот здесь имеется 3 стака. Я была не права, прошу прощения. 1, 2, 3, да. Есть на топе. На верхних энчантах, как я их называю. Мизеря улетает, понимает, что его здесь ищут, в смоках, и в итоге потеряли время, но верхнюю не то, чтобы они совсем его потеряли, они как тавер заберут в любом случае. Хотя здесь в миде можно было попробовать подпушить, все, они знают, что находятся все на боте. Нижнюю башню сил света атакуют. Не будут прожимать ультимейт, Деспрофит. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Не хотят. 5 уровень Нурспирита. Нижняя башня сил света разрушена. Хотел немножко... Центральную башню так, ну что, в топ подпуш идет довольно плотный. Тут почти удалось забрать.
Причем гирокоптер так и нагло заехал, почти у него это дело вышло. И при этом его команда пушит центр, и как-то... Знаешь, чего не хватает? Не хватает ревейджа в этой игре. Что Медуза уже дал 12 есть, если он есть, то есть она может нажать свою клавишу, и Тайдхантер может свою клавишу, и этого типа хватит, чтобы убить драку. Ой, Фир зря, на самом деле, что ты там что-то пытался развернуться, подраться. Самуил вроде бы все свои кнопочки прожал, га у него не прокачан. Ну и в итоге получается, что Талантава типа не забрали. Ну, все равно неприятно, если честно. Правда, в это время атакуют. На топе еще и минус тавер. То есть в итоге два тавера на двух героев разменять, скорее всего. Сразу телепорт надо верхняя делать. Башня сил тьмы разрушена. Нет, они даже не пытаются его ловить нормально. И так уйдет в итоге. Ну, понятно, понятно, что сказать. Какая-то фармящая дота сейчас будет, мне кажется. Команда... Будет. Я смотрю на количество этих стаков. И вот, значит, фармящая дота начинается прямо сейчас. Да. Смотри на эту медузу. Время куча денег. 6600, 6400 было на начало ее вот этого фарма. Смотрим, сколько она дофармит, когда это все заберет. Хотя Разор врывается, ворует. Вот, типа, Разор это, считает, понимаю, что, знаешь... Такой издалека, типа, здорово. Я тут свои стаки фармил, я вообще Сумаил, не твои хотел. Добирает, в общем, говоря, всячески мешает, хороший был вард, но они сейчас рвутся прям под ревочку, это совсем не туда, конечно. Фир красавчик заевейдил. Ну, Фир вообще... Физи хорошо заевейдил. Супер здорово все сделал. Благодаря Фиру этот замес они выиграют. То есть она как раз вот не хватит того самого ревиджа. Посмотрите, 100 хп. Она догорелась. Она ВИЧ-доктора, да? Смоледик, но в любом случае, то есть, если бы он ставил просто ревич, он бы и так в нем и остался и погиб бы. А в итоге, если что заевейдил, смог не находить дизейбли, не потерять здоровье и раскинуть сифоны, прожить достаточно долго, чтобы ворвался артизи и всех развалил. В итоге было 6600 медузы, 6400 стало 7200, но гирокоптер просто заработал тычонку с небольшим. Ну, гирокоптер выжил, у него вообще все отлично, у него первое место по нетворсу, у него 6-3, он ни разу не умирал, пока медуза теряет время в таверне, а гирокоптер стоит и фармит крипчиков. Правда, здесь тускар притаился, и сейчас у гирокоптера могут быть проблемы. Отличные шарды, сноубол, только я сказал, что он не умирал, однако урна и... подхил. Сумаил своего дружаню не бросил, подхилил, и теперь гирокоптер живет здоров, весел, вообще все у него отлично. Ну да, так и можно сейчас еще этому мысли объяснить, насколько он не прав. Сумаил пришел, ты что, моего гирокоптера фраг. Обижал? Слушай, у него вполне может получить заставить его убить Шайн. Так и есть, правда, теперь надо как-то выжить, с чем тоже есть сам Траблс. Ой, ошибся. В кулдауне, но вот слишком а меня обнаглел. Кто спасет, сказал Сумаил. Ну, сам виноват, если честно, он далеко пошел. То есть он понимал, что использует шрайн, что на этот шрайн можно сделать телепорт. И даже если взять простую математику, то ты умнинает с гораздо более высоким нетворсом, чем Тускар. И в размен Тина на Тускара, наверное, не совсем хорошая история. Тем более ты даже этого Тускара не забил. Единственное, что ты заставил сделать вражескую команду, это испить из шрайна. Не самое лучшее, наверное. Ну да, почему он мог заставить его спить шайна и не лезть дальше. Да, тоже верно. То есть он пошел прям до конца. Не отступил, когда он мог. Вот я тоже этот момент хотел отметить. Но верхнюю но башню ты, сил да. света атакуют. Я уже не буду про это говорить. Тускар идет. Вард имеет половину маны. Получается станчик от Эрспирита, прокаст от гирокоптера, сайленс и... Фраг достается Гирчу. Ну, еще и сноубол отдали Рубику, то есть у него теперь появляется возможность под сейв дать дополнительный. Причем, возможно, спасти его от ревиджа, да, вот сейчас давать, и банка отрынула, зарунилась для мизера. Конечно, спасет сейчас тиммейта. Чем довольно бог спасет, но недостаточно, скорее всего. Так что Артизи подхил, рэпл, все нормально. Артизи будет драться. Теперь можно даже на развороте, потому что у Медуз совсем нет маны. Фир здесь. Ракета летит, ракета сейчас ее просто почти похоронит. Шайн это... заканчивается, и это минус. Слушай, где-то я сегодня видела эти драки на вражеском шайне, но дело в том, что ЕГЭ эту драку все-таки выиграл. Переблокил от Фира, там еще прилетает МСС один, разменивает Рубика и дарит еще один фраг. А вот вопрос, кто его заберет? Да, ультракил. Ультракил. Для Фира. Может, что-то еще выкупится? Или типа того? Просто для красоты. Ну, было бы забавно, если бы выкупил с Медузы. Ребята, ты по-братски.
Мы все друзья. Ладно, что у нас произошло? Произошло у нас минус 5. Забрали, правда, Артизия. Что тоже немало. Артизия, вы забрали Рубика, то есть хотя бы какой-то размен выше, но маловато. Ну, 5-2, да. Маловато. Если учесть, что, правда, Стрик сбили, хотя бы какой-то плюс, но Тавр тоже упадет, поэтому полностью все на стороне, как говорится, злых гениев. Нижняя башня силы. 12 уровень у Унинайта. Собирает он себе форс став. Нижнюю башню сил тьмы. Атакует. Ну, уже уточню. В принципе, у него имеется. Фир перемещается на первую позицию по нетворсу. У него 3600 золота. Вообще, на месте Фира я бы задумалась о Блэкенбаре. Но он выбирает Дагер. Я насчет БКБ тоже не знаю. Все-таки разор довольно плотно сырки наваливает. Да и против Стоунгейза это не особо поможет. А ну вот, я бы на самом деле вот не дагер убил, а как-то увеличил общее свое количество хп, причем серьезно. Может быть, это будет стоун, то на самом деле стоит его взять. Ну да, либо так. В принципе, тоже с тобой согласна. Просто. Потому что у противника все-таки есть лимит полезного действия прямо сейчас, пока у Медузы и Разор все-таки сверх много слотов. И там пережить ревоч это все, что ей надо. То есть у вас есть, конечно, в команде Omni-Knight, я отлично это понимаю, но по большей части Omni-Knight должен вешать репол на данный момент на гирокоптера, чтобы он расстреливал, пока у него, по крайней мере, нет Блэкенбара. Да, сейчас, понятное дело, Артизи будет его собирать, но кто знает, сколько времени понадобится. Вроде бы все идет хорошо пока. Кстати, у Артизи дабл дэмэдж, он ищет цель, которую можно было бы с этим дабл-дэмэджем на неопределенное время отправить таверну, но никого не находит. Тайхантер был близок, но повернул туда, куда нужно. В это время Разор сплитит, забирает пачку грибов, сразу пытается уйти с помощью телепорта к Мизери. Было близко, но недостаточно, недостаточно близко. Так, ну что, время еще одного плотного тимфайта. Есть Ravage, есть Stonegaze. Есть экзорцизм, Гай и все прочее. То есть две команды вот в лучшем своем этом, знаешь, типа в рассвете сил. Ну, смотри, Деспрофит все-таки БКБ будет после Даггера собирать. Ну, это в целом сойдет. Просто да, опять да, же, она может стукнуться об то, что она все-таки замерзнет даже в БКБ. Конечно, контролировать этот момент и так далее. Ну, это, знаешь, всем нужно контролировать. Ну, такой понятное момент. Дело. Это ж Медуза. Это да. Так, Тускар собрал себе Спирит Весел. Мне, конечно, тоже очень нравится этот артефакт, на самом деле, он топовый. И так, Тайдхантера цепляют у нас. Тайдхантер получает много урона. Тайдхантера нужно успеть допокусить. Его толкают, но спасти не удается. Деспрофит под экзорцизмом грызается в Тускара. Дальше лезет, не отпускается. Бэбэки пошли. Минус Рэвич опять в ю. Как же красиво Фир все делает. Вот. Ладно, вроде старый, но как молодой. И еще и Рубик. Рубик ворует Ревэдж. И серьезная проблема у Разора. Это минус Разор. Это минус 3. ЕГЭ дерутся просто как мы бы хотели от них видеть. Это тот уровень, который они должны показывать против уровня той команды, против которой они играют. Все выглядит так, как должно было бы быть. Вот, наверное, правильное описание. Вот ты выразил мои мысли раньше, чем... Это невозможно. Это серьезно. Я только хотела сказать по поводу Фира, по поводу того, что, казалось бы, игрок... не первой свежести, нельзя так сказать. Но в целом вы понимаете, о чем я имею в виду. Он играет очень давно. Он уже не так должен быть мотивирован. Он не должен столько... Он не должен так хорошо прожимать кнопки. Я смотрю вот зачастую за игрой там Муши, например. Не знаю, те, кто играл с ним там когда-то. Они ошибаются очень много. Посмотришь на Фира, он мид отстоял очень хорошо. Кнопки, вот сколько, какой раз вот я смотрю, он отлично все прожимает. Прям тогда, когда нужно, читает своего оппонента. Может, я, конечно, его слишком перехваливаю, если учесть, что это все-таки не тир-1 уровня команда, против которой ЕГЭ должны играть, потому что посмотрим, как они там будут играть против ликвидов в теории, да? Ну, а с Virtus.pro справлялись. Даже так. БКБ. С ВП они справлялись уже много-много лет. Это плохой пример. Так и тонит, как там говорят. Да-да-да, тоже верно. Тоже верно.
Так, гирокоптер, блокинбар есть, деспрофит... ДП 22 секунды, БКБ есть, а вот экзорцизм пока нет, и вырываться, возможно, не очень хочется. С другой стороны, она понимает, что я нажимал ультимейт, а Хантер нажимал ультимейт, и у нее ультимейт появится раньше. Может пытаться вот в это окно уцепиться, когда ты уже с экзорцизмом, а Ревиджа еще нет. И вот, возможно, они как раз-таки пытаются вот сделать эту смок-атаку, чтобы это окно зацепить. Но и их противники понимают, что они пока драться не готовы, ультимейт отсутствует, и пытаются... Так это в более силовой позиции стать и просто что-то дофармить. Значит так, Рошан, это следующая цель. Спокойно, без... я даже не знаю, даже в теории могли бы они прийти подраться, но... Ну, как-то смотрится уже БКБ, БКБ, БКБ. БКБ будет на гирокоптере, БКБ будет на Деспрофит, и Омни Найт под собственным БКБ. Забирают Рошана быстро под ультимейтом. Гирокоптер 2 жизни теперь. Можно его не тратить БКБ до Ревиджа, то есть спокойно впитать или Стоунгейс, или спокойно впитать Ревидж и не париться. Лучшим решением, скорее всего, на данный момент пойти по нижней линии, потому что там находится последний внешний тавр, и когда они его заберут без ультимейта Деспрофит, можно с ультимейтом Деспрофит, который как раз откатится к этому моменту, когда они заберут Тир 2 тавр, пойти на хайграунд. По нижней линии заходить гораздо удобнее, чем по миду. В принципе, остальные линии у них достаточно неплохо подпушены. Но в это время Сумейл там в миде что-то бегает. Ну, смотри, Фир, он как раз делает то, что нужно. Он понимает, где он должен находиться, он должен идти по низу, однако его команда пока не совсем его поддерживает. Рубик собирает себе блинк. Гирокоптер 2000, понятное дело, что будет сейчас, мне кажется, бабочка все-таки. Что у нас или здесь? Бабочка, либо сатанит. То, в принципе, можно потом будет собрать. А то в итоге рапиру можно будет доделать под такие слоты. Ну да, да. Глядишь, игра спокойно выиграется. Не знаю, то есть надо идти реализовывать все. Это Аэгис все-таки, он не вечный. Минуту-то они уже прохалдили. И ну пока вот, они правильно все делают. Подбивает без... центр. Хотят именно хайграунд брать, потому что есть еще вот эфир и там бот. Т2 тавр последний внешний. А почему они все неплохо, кстати, Тедхантера пробили. Просто мид-то три вышка, это сразу и минус шайн, это и куча денег, это и минус бараки, то есть постоянный подпуш против мидусти. Если ран заходишь, то всегда хорошо. Кстати, ворует мизери Мистик Снэйк, поэтому теперь может во время драки закинуть ее в медузу и сорвать именно большое количество ее маны. Тоже, ну, кстати, не готова бабочка. К этому, я думаю, пока ЕГЭ не совсем готова, что вот у Медузы на самом деле, даже по такой игре, 15 коннекторса, и она может и в слоты, и в дэмэдж. Но боятся. Боятся заходить. Хотя у Деспрофит вроде бы все есть. Возможно, какой-то ошибки. То есть дофармят какие-то слоты. Давай посмотрим, может, кто-то близок к какому-то важному левелу или к важному предмету. Подожди, это был первый Рошан, да? Первый Рошан, да, то есть только Эгис, он у гирокоптера. До сыра терпеть минимум минут 5-6, а может быть и все 9. Не могли бы просто аккуратненько сыграть, то есть Деспрофит все-таки ультимейт ее, и на то она и Деспрофит, что она со своим ультимейтом может в хорошей позиции стоять и дамажить тавр. Тем более БКБ есть, но боятся. Я вижу, что 3000 голды есть у гирокоптера, 3000 голды у ДП, можно было бы какой-то предмет купить. Бабочка, ну, пока вот они дождались и видят нападение. Но Тускара пошло, он пытается засейвиться. Не очень удачно, застревает. Под елки просто застрял. Сумаил такой, это мое. И забирает себе фраг. 49 секунд есть. И они как раз там, где нужно, находятся. Ну давайте, ребят. Но по миду все знают, что посложнее заходить, поэтому перетягиваются ЕГЭ именно на верхнюю линию, которую как раз гирокоптер подвел уже. Ну и Фир. Тузо поднялся, что-то получил очень много урона, я думаю. Вообще-то немного, да, расстроен всем этим. Хотя тавр выдается пробить, ДП тоже врывается. Вот этот Тайдхантер пошла в соло, БКБ. Просто против троих. Фир против троих. Еще заберет Вич-доктора. Он совсем лютый. Ну... И еще спокойно живет, отойдет. Тайдхантер сдерегается, делает телепорт, совсем не успевает. Ну, в итоге с такого врыва пол тавра, да, удалось прорезать. Но он круто сделал.
на самом деле им сложно было. То есть вы видели, гирокоптер подошел на хай-граунд, его начали очень жестко пробивать. И Фир это увидел, он понял, что нужно отогнать тех, кто мешает гирокоптеру убить тауэр. Если они вдвоем будут здесь стоять, то ситуация закончится, что когда-нибудь со следующего захода гирокоптера просто потеряет Аегис бесплатно, грубо говоря. Да, там или ворвет Стайтхантер с какой-то удачной позиции, или там Медуза зайдет откуда-то, что-то нажмет. И они вот решили, что выиграет тот, кто первый нападает, и, собственно, Фир ворвался. Фир ворвался под БКБ, ему сделать никто под Блэкбаром здесь ничего не может. Соответственно, половину тавра снесли, и дальше там пошли ждать следующего. Это раззора. А вот это, кстати, супер неприятно. У него не нажал. Есть БКБ. Но его не жмет. Как бы не аукнулся, все-таки он придет сейчас нажимать, да. Ну, а теперь это 70 секунд без там БКБ. Там еще и ловят Ускара, воруют у него, рубят Валгус Панч. Дает себе телепорт тем самым. И вот вроде опять драка под Шайном, но какая-то такая совсем неудачная, выращивается от камня и бегут. Пошла ракета, пошло замедление, Тайтхантера тягают, колдаун, попадает по троим. По Доктору, по Тайтхантеру, но Медуза без ультимейта буквально еще пару секунд. И, в принципе, гирокоптер без маны. Тоже такой неприятный момент. Поэтому Рубик решил, что все это дело пахнет не так, как ему хотелось. И летит на базу. У гирокоптера пропадает Аегис, зато появляется бабочка, что тоже немаловажно. Да, и у Фира 4000 на руках. Вопрос, что он докупит себе. Какой джайнт, все придется деньги потратить. Ловит Разора, кстати, он в курсе, что Разора откуда он БКБшки, здесь также арти, здесь его найдут, это будет для Тимада такой себе новость, причем он не может сделать просто телепорт, а кисью. Все, продано. Так вот далеко-далеко вышел на 60 секунд в таверну. А тут как раз удаст профит ультимейт буквально через пару секунд. Можно еще раз подкушать, но нет Аегиса. То есть вот... Но нет Разора тоже, в принципе. Можно аккуратно. Они подпушили топ. Топ, правда, крипы далековато. Если кого-то еще цепанут, а здесь не очень хорошо шарды. СВГ. Ракета летит, он уже никуда не уходит. Ну ладно, нормально, нормально. Еще Сигил могут забрать тоже и доп деньги, 110. И Сигил, то есть они понимают, что он в кулдауне тоже. Спел такой. Не очень в этом плане удобно. И вырывается ДП, одна в топе. И что ты ей сделаешь? Ничего, а вот погибнуть от этой ДП ты вполне можешь. Снейкинга серьезная проблема. Снейкинг, поднимают его в ветра, и он все-таки выживает. Или не выживает. Но это было очень близко. Наверное, он сам не ожидал, что погибнет. А он погиб, как и мид линия, верхняя линия их команды. И мид, в принципе, тоже погибает. Падает, будет более правильно сказать, без каких-то, даже считай, без драки. Ну, то да, есть реванш есть. На какой-то гейм, потому что две стороны вообще в никуда. Рошана сейчас дефать особо нечем, все в тавернах. Можно спокойно отойти. Вот они вроде бы делали все правильно, но чувствуется, что гении, ну, просто сильнее. Они красиво все сделали, красиво развели, красиво. Фир эту игру вообще отыгрывает, Акацари, не знаю, серьезно. То есть 10-2-6, и вот его перемещение, тайминги. Он сейчас собирает себя Октарин, который именно, вот мне тоже очень нравится, выбор его артефакта. Он ставит более плотный, у него 2700 хп, у него есть и подсейв, и блэкенбар. И, соответственно, Омнинайт может спокойно давать репел на гирокоптера. Да, у него есть БКБ, но тем не менее. Гирокоптер дальше, как я и предполагала, после... Бабочка собирает себе сатаник, что, в принципе, легко было понять. Дабл дэмэдж. Запредиктить было довольно легко. Ну да, тут как бы можно было, что еще, МКБ собрать против... Кстати, ну, МКБ можно было бы собрать. Вот главная проблема то, что ему на Медузу-то плевать. То есть ему надо базу сломать, и это он сделает и без МКБ. То есть при этом у него есть флэкэн, то есть ты можешь стать не в Медузу и попадать по ней. Опять же, прелесть данного героя. Ну и все, то есть с гемом, с полезными слотами, ломали шрайны, забрали. Все, что было можно, наверное, с этой карты. Просто выкачали с нее все деньги, и сейчас Октарин. У ДП Октарин, у меня на этой, в эти... Мало этих кулдаунов, в эти два героя. Можно будет просто заходить, и ДП я не представляю, как убивается, когда у меня будет третий ультимейт. Да, идеально просто забрать Рошана. Просто Рошана реснется буквально через пару секунд, и это у них как... дабл дэмэдж просто, они, может быть, хотели бы зайти и до Рошана. Но они как раз там кулдаун просто у Death Prophet был, вот только-только появляется ультимейт. Сейчас Шива.
просто Фир играет по идеальному гайду. Никаких лишних слотов, никаких, там, не знаю. Все так, как должно быть. На Death Prophet. Пик подходит к Death Prophet. У тебя есть герой, который и с руки может бить, и у тебя есть подсейв, у тебя есть инициатор. У тебя есть, как вот, прям, знаешь, идеально, как я говорю. Идеально. Да, и готов сатаник. Хорошо, он тоже готов. Сейчас они его курируем. Должны прочекать, вот, если молодцы. Оп! Молодцы! Прочекали, понимаешь, Рошан есть, но там Дайдхантер поставился, поэтому они выбрали атаку на него приоритетной целью. А у него сейчас будет нет, под стан, может давать колдаун. Я как-то пытаюсь тебя отъехать, чтобы если вы не высасывали урон, у него не получается. И в этой драке он участвовать уже не будет. Все, держит на Фира. А он не живет ультимейт, решили продавать своих тиммейтов. Потому что там Омнинайт погиб. Тогда ошиблись. И опять же, то есть пытался на фурстафе, на что только можно укатить гирокоптер от Разора, и не смог. В итоге минус типа 218 урона. Это шанс. 50 секунд без Овника. И в эти 70 секунд можно вложиться и забрать Рошана. Ну, знаешь, судя по закупу... Медуза — это рапира. Рапира, да, именно медузы. Судя по закупу медузы, они как раз и должны сейчас уйти в тот самый Улын, брать Аегис, и они его возьмут. Что, это камбэк, что ли? Ну, может быть. Сыр, Аегис. У тебя Фир впрыгивает. Рубик! Реведж по четверым персонажам. Рапира, прощай, что тут можно сказать. Да. Это был неплохой вариант камбэка, если бы вот не Рубик. Это не первый Реведж за эту игру, и ГГВП. И они просто посмотри, сколько хп у Рошана было. Это. Я даже не знаю, как это описать эту историю. Очень грустно. То есть, правда, знаешь, я только озвучиваю. И может быть камбэк? И ну, Рубик. Нет. И Рубик просто растворил эти шансы. Рубик опять это сделал. Если можно было дать ему коммент, я бы сейчас сунул. Кстати, Артизи сломал этот Аегис по окончании игры. Ну, это Артизи можно. Ну, обсуждать игру. Что мы хотим сказать? Что можем сказать? Что выиграли все три линии ЕГЭ. По итогу, то есть как бы много Разора не было, это все еще Разор. То есть не тот герой, который идет и выигрывает игру. Ну, он меняет свою выформил. А толку-то? Уже. То есть Омник левел с этой линии все равно получил, Омник с этой линии все равно получил вещи. То есть у него нужно именно был Еул, нужен был Форстав. И когда шла какая-то драка, на героя, на которого шел фокус, кидался Рэппл, кидался Хил, кидался Га. Поэтому я бы не сказал, что Тимадо сделает или то, что он должен был сделать. То есть Омник с необходимыми вещи имел и с необходимым левел имел. Поэтому считаю, что эту линию он выиграл. В центре Фирна ты сама видела, он вот просто разнес в хлам все, что можно было здесь сделать. Ну и с помощью саппортов эти партии свою линию тоже не проиграл, то есть ГПМ 700. Ну и Мизери, ну давай уж похвали урона. За Реведжа. Не, то есть похвалить-то надо всех пятерых. То есть Мизери, да, на Рубике воровал здесь то, что обычно не воруется, потому что он большой молодец. Но опять же, то есть сразу говорил, что вариант с разором в легкой линии это проигрыш, потому что ты не можешь играть через одну медузу против такого пика. Потому что ласт пик за ЕГЭ я не взял единственный герой, которому плевать и на выкачивание урона от разора, и на минус атаку от Тайдхантера. Такие дела.